Площадь сквера составляет более 8 тысяч квадратных метров и включает в себя многофункциональную площадку с выставочными и событийными зонами, детскими и тренажерными площадками и первым в республике памп-треком. Это специальная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов для велосипедистов и скейтбордистов. Построенная велодорожка соединилась уже с имеющейся велоинфраструктурой города. Презентация нового сквера состоится в 10 часов. Также у нас будет здесь высадка зеленых насаждений. 22 числа мы ждем поставку, 23-го всех приглашаем, всем вместе приехать и высадить. Соответственно, наши деревья – это будут кустарники, черемухи, клены и елка, конечно, центровая, в середине нашей треугольной зоны. Также будет небольшая выставка на выставочном нашем пространстве. Выставка будет детских рисунков из художественной школы. Также здесь пройдет товарищеский матч по дворовому футболу и соревнования на памп-треке. Кроме этого, с 10 до 12 часов в картинной галерее «Мира» состоятся бесплатные экскурсии. А в 11:00 по улице Ленина вдоль домов 47, 49, 51, 82 и 84 пройдет традиционная акция «Зеленая Башкирия». «Зеленая Башкирия» – это наша экологическая акция, которая проходит ежегодно. Это у нас традиционная осенняя высадка. Кроме высадки 200 наших тополей, мы будем заниматься досадкой, но это будут другие дни. 23 число – это единый день, когда мы высаживаем основное количество, основной объем всех наших зеленых насаждений. Что касаемо стоимости, да, вот в социальных сетях у нас вопросы прошли, почему говорили по 1900, у нас тополя теперь по 4,5. Мы пересмотрели, тополя, которые были подешевле, к сожалению, оказались открыты корневой системы, это будет достаточно сложно нам для ухода и для приживаемости, это большой минус. И они были такие небольшие. Сейчас мы будем закупать тополя от закрытой комельной частью, и высоту они будут порядка 5 метров. Если вы мечтаете посадить именное дерево и оставить свой след и вклад в развитие нашего города, то у вас есть такая возможность. Более подробную информацию можно получить в муниципальном бюджетном учреждении службы чистоты и порядка по телефону 34560, код города 34783. Полина Сюткин, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».